Реально гигантский амогус. Меня распотрошили? Да ладно, я стал осьминогом? Ага. Привет, Витёк здесь, и я пришел в детский садик. И вы сейчас не видели, я такой жест сделал вот такой. Как будто бы... я кого-то приманивал. Наколдовал, злое колдунство какое-то. Ну вот я приманил Garten of Banban 3. А тут уже реклама четвертого есть, так что вы понимаете, что будет дальше. Но третий Банбан. Не знаю, говорят, он довольно длинный, длиннее второй части, поэтому, скорее всего, это будет две серии, так что сразу подписывайтесь, там лайки ставьте, чтобы не пропустить продолжение. В любом случае, в описании, кстати, есть ссылочка на плейлист, чтобы посмотреть первые две части и увидеть все, что только можно. А я начинаю. Завози. Я, кстати, в этот раз играю с новой видеокартой, поэтому у меня все на максимальном качестве выстроено в игре. Для родителей, которые ищут своего пропавшего ребенка, время — дело тонкое. Нажми на часы, чтобы перевести время. Опять столовка, кстати. Видали кенгуру? Королева прыжка... прыжковая. О, нифига себе, кто-то нарисовал. Прикольно. Ух, нифига себе! Точно, я опускался откуда-то сверху. И нам это уже не покажут. А, так. Почему-то не работает пульт от ядерки. Девайс стоит, правые кнопки, левые кнопки не работают. Обидно. Странно, есть вот стрелка-указатель типа копилки идти туда. Королева Банселия. Странно, я ничего не могу... Алло, прием, кто здесь? О, рад видеть, что у вас получилось. Я не знаю, как ты это сделал, но опять же, ты пережил крушение гигантского лифта, так что, думаю, не стоит удивляться. И еще раз прошу прощения за то, что ударил вас по голове. На самом деле, именно по этой причине я считаю, что мы не должны встречаться лицом к лицу. Боится меня. Видите ли, по какой-то причине я склонен к насилию. И я не доверяю себе, чтобы не поддаться этому снова. Боится меня. Я заперся в комнате для наблюдения. Так я смогу помочь, не представляя опасности для вас. Сейчас мы находимся на самом нижнем этаже, который оставался активным до того, как все пошло не так. Под нами есть еще много этажей, но все они уже давно закрыты и заброшены. Так что постарайтесь не упасть. Что касается ваших детей, я не знаю точно, где их держат, но я знаю того, кто знает. Это, наверное, кенгуру. Отправляйтесь в водный сектор. Там он обитает. А, значит, это шериф. Осьминог. Найдите две батарейки для пульта. А, это батарейка. Я думаю, какой-то клей-карандаш лежит на столе. Думаю, зачем он здесь сдался? Так, здесь еще какая-то бумажка есть. Будем читать. Я всегда знал, что я неудачник, но это новый стандарт. Я ухожу с шумного этажа в уборную, а когда возвращаюсь, все исчезают без следа. Что было бы мирно, если бы не гулящая вокруг гигантская птица. Ну, сами допереведете нормально, это же Google перевод. Я сомневаюсь, что смогу хранить... это молчание намного дольше. Мое дыхание становится очень тяжелым. Что вообще делает птица за пределами своего сдерживания? Я думал, что они хвастаются только коротким фиолетовым существом, которое... потому что мы отставали от графика. Не так я себе представлял этот конец. Свой конец. Так, давай вторую батарею найдем. Здесь какой-то лифт есть. Вдалеке что-то есть, светится. Фиолетового у меня ключа нет. Ты здесь, граунд сектор, земляной сектор. Так, наверное, где-то здесь надо найти. Давай. О, сюда эти кассеты можно будет вставлять, прикольно. А вот и наша батареечка. Чуньк. Молоток, нет. Молоток нам не нать. Ну, пошли, я там видел кнопку. Иди, нажимай на нее. Бам.
косой. Игрушка может быть настроена на взаимодействие с рабочими столами. Это как вообще? Как это понимать? Так, это, походу, дело та комната, которую я видел при загрузке. Тут фломастеры. Мне просто осенило, что для управления фуникулером нужна ключ-карта. Найти его не составит труда, буквально у каждого была копия. Так можно было добираться от станции до станции. Фломастер... А, я могу их собрать. Окей. Так, желтенький. Так, это к зеленому, белому и синему. Зачем мне столько фломастеров, кстати? Смотри, какие столы красивые. Прям рейтрейсинг, елки-палки. Здесь что-то написано. Клэр was here. Клэр была здесь. А я Клэр ищу, интересно? Дочку Клэр зовут? Еще фломастер. Я смогу ими рисовать, интересно? Шляпочка, шапочка прикольная. Лонли. Он одинокий. О, одинокий маленький. Плачет. Так, плачет. Здесь ничего нет, не пожранькать ничего. Ладно, попробуем. Сюда яблоки и карандаши. А яблоки где взять? А вот, кстати, карточку нашел. Давай почитаем, что это. Дорогая мамочка, добрая осьминожка, очень сильная. Он привел всех сюда, но мисс Мейсон ненавидит его, и я не знаю почему. А, Е. Все, буква Е спасает. Так, ну я яблок не вижу, я вижу только карандаш. А вот еще один карандаш я не собрал. Давай попробую скинуть их сюда. Один. Два. Это долго будет. Три. Четыре. Пять. Шесть. Можно было сразу все кинуть? Семь. Восемь. Восемь. Чистильщик был отправлен. А что он чистит? Может, его надо сбить и уехал. Так, и что написано? А, не найдено никакой грязи, выдаю ключ-карту. А где ключ-карта? Вот она выпала. О, хорош, нормально. Я идеально все почистил, значит. Молодец. Этаж минус 3 на ключ-карте написано. Это фиолетовенькая. Так, в эту дверь я, получается, не пройду. Что там? Там ничего нет, там что-то лежит, кстати. В ту дверь я тоже не пройду. Ну пошли, фиолетовый ключ карты, это к лифту. Итак. Ну чё, фуникулёр, погнали. Мы едем или мы ждем что-то, я не понял. А. Ну-ка, смотрим. Смотри. Там что-то есть. Там двери. Там что-то светится. Там кто-то желтый и синий есть. Нифига непонятно. Было бы прикольно, если в какой-то момент весь этот зал осветился бы. Вот это я бы орнул. Арборил Акватик Сектор. А, он сказал нам сюда вы надо, да? Желтое стекло является легко бьющимся материалом. Игрушку нельзя направить прямо на него. Да это я в курсе, я помню. Давай, вон туда.
Так. У меня попался вертолет дуралей. Бывает. Так, ну теперь ты сможешь? Давай вот сюда. Е-е-е-е! Победа! Молодец, справился. Так, оранжевая карточка. Ну хоть не красная. Не дисквалификация, ребят, уже хорошо. Это для той большой двери. А там что? К синенькому можно пройти. Ух, ё! Здесь целая... А я могу ее открыть? Вот это двери. Кто здесь ходил? Какие-то гиганты лютые. Огроменные просто. Вот это громкоговоритель! Ну-ка. У вас нет аудиодисков для прослушивания. Жалко. А то я хотел бы вот так поплотнее встать и погромче сделать, чтобы прям аж... Ну, как на дискотеке, знаете... садишься к колонке поближе и... Геном... Крысаора Куинки Тигерха. Боже мой, что это такое? В общем, это медуза, ребят. Человек Геваниум. Краткое содержание. В случае 13, когда и в большинстве предыдущих случаев наконец-то появились признаки активности тела и мозга... А это означает, что скоро можно будет провести настоящее тестирование. Покой в течение 2-3 недель наблюдался у всех предшествующих случаях, когда геваниум и геномы сначала смешивают и помещают в тело. Случай 13 является аномалией в этом аспекте. Аномалия. Тело случая 13 находится в ожидаемом спящем состоянии всего один день, и нейроактивность уже наблюдается. Это что-то новое. Предлагаемая теория заключается в том, что это явление является прямым результатом модификации, примененных к решению геваниум, используемому после тестирования с помощью случая 12G, что позволило бы обеспечить максимальную скорость обучения. Кейс не готов к презентации. Вообще нифига не понятно. В общем, этот вот чел-медуз какой-то очень крутой, очень быстро, видать, освоился, да, и готов к действию был. Ну, давай посмотрим. Нам явно вот сюда. Нас пока за ручку сюда ведут. Как раз к медузке идем. Ух ты. Вот это спуск. Вот это спуск. Мощно. Оооо, это что такое? Гигантский амогус? Переросток? А, нет, это дом медузки, наверное, да? Так выглядит. Наверняка в каком-то темном углу какая-нибудь секретка есть, и нам придется с вами делать еще одно прохождение, 100 пудов, чтобы все секретки поймать. Медуза... А. Нет, ничего, я просто прошел мимо. Какая-то непонятная плюха здоровенная. Ладно, давай по этим неестественным лестницам поднимемся наверх. Communication киоск. А, во. О, капец! Реально гигантский амогус. У тебя был тяжелый день. Это видно. Вы усердно ждете того момента, когда покинете это жалкое место с ребенком на руках. Мне так кажется. Не хочу подрывать ваши усилия, но боюсь, что этот момент может никогда не наступить. Я не могу этого допустить, я с радостью покажу вам почему. Но после того, как я сделаю это, следуйте моему совету. Покиньте это место, пока еще можете. Забудьте о нем. Двигайтесь дальше и забудьте, что все это когда-либо происходило. И я обещаю вам, завтра будет лучший день. Он хочет меня от тентакли огреть?
О! О! Я на пляжу. Нифига себе, это что? Горбатое море? Погоди, смотри. Оно выше уровня песка. Вы это видите? Здесь скат. Прикольно. Так. Ну, этих челиков я знаю, они вместе со мной учились. О, этого челика я тоже видел. Hello. Там тоже ученики, да, наверное, тусят. Пальма, ты посмотри, какая она гладкая, по ней не залезть явно. Я понимаю, что нам вот туда нужно. Я хочу посмотреть, вдруг здесь что-то. Левитирующий зонтик. Леечки, здрасте, как дела? Как учеба? Кегли. Добро пожаловать в мой дом, говорит он. Или, по крайней мере, то, что должно было быть моим домом. В темных и холодных глубинах объекта обстоятельства вынуждают вас делать то, что вам не свойственно. Когда я чувствую, что слишком далеко отклоняюсь от своего первоначального курса, я в комнату, где вы нашли меня медитирующим, лежу. Я прихожу в это место, а потом мне напоминают, что я борюсь. Конечно, все это неправда, но все могло быть. Настоящие солнечные лучи никогда не касались моей кожи, представляете? И я тоскую по тому дню, когда они, наконец, сделают это. Понимаю. Мне нужны дети, чтобы достичь этого. Но не волнуйтесь, я практикую те самые безопасные процедуры. Перевод, конечно, гугловый. Что бы я ни решил сделать со взрослыми, я обязательно оставлю одного живым и меняемым. Чтобы выживших детей доставили на поверхность целыми и невредимыми. И, конечно же, чтобы доставить меня туда, где я хочу быть. О, жить простой жизнью совершенно безмозглой медузы, только жуя креветки и избегать быть съеденными черепахами весь день. В общем, их в заложники взял, я понял. Ты никогда не оценишь, как успокаивает отсутствие совести, пока у вас есть один. Кто один? Я восхищаюсь твоей смелостью, поэтому даю тебе шанс уходить. Возьми это. Так вы не потеряете ни жизнь, ни шанс. Что это? Нормально меня накрыло. Ни печени, ни кишок. Но самое главное... Нет поджелудочной железы. Вам, сэр, нужно иметь больше органов. Что же мне есть, когда ничего нет? Похоже, мне придется искать в другом месте. Красавчик. Что значит ни печени, ни кишок? Это как это? Меня распотрошили? Да ладно, я стал осьминогом? Воу! Офигеть, вот это спецэффекты! Так, Stinger Flynn Mission, Stinger Flynn likes to collect... Понятно. Но я уже был на этой... Это там, где пушки, да, наверху? Придется поиграть заново или что? А зачем стрельба? Я вместо пушек, что ли, стрелять буду? А, я сам стреляю, окей. Тогда же проще. Пиу! Ха-ха-ха, прикольно. Пиу! Боже, что за жесть. Пи-пи-пиу, пи-пи-пиу. Давай, next one.
Что у меня все время в одну выпрыгивает все. Так, а здесь будет проход, нет? Опять в эту. Прикалывается, что ли? Не удивлен. Ладно, давай next play. Так. Так, это изи. Ну, блин, а зачем они добавили этот? Мы же уже играли в эту игру, только с пушками. Зачем я теперь могу играть это креветкой гигантской? Медуза. Все или нет еще? Нет, последняя. Какие-то операции навернули. Стоять. Ты-ты-тынь. Я победил! Осьминожка туру-ру-ру-ру. Осьминожка туру-ру-ру-ру. Надо нажать, да? Там теперь открылось, что ли? О, пи-пи-пи-у, пи-пи-пи-у. А! Ты не один из них. Ты новенький. Вам нужно спрятаться. Они идут. Кто? Вау! Самая быстрая улитка в мире. Она меня так испугала. Так, теперь я шериф. Не, я теперь нормальный. Ух ты, ведро с глазами. Привет, ведро с глазами. Какая-то тюрьма. Найди 10 криминалов и получи свой приз. А ведро это криминал, что ли? Сейчас мы этих криминалов-то быстро найдем. Вон еще два. Какие опасные ведра, а? Все понятно с вами. Музыкальный пол. Интересно. И еще островки есть. Ух, сейчас что-то музыкальное будет у нас. Ладно. Пошли криминалов еще искать. Вот он сидит, смотри. На. Так, это 7. Кажется. 8 криминалов. 9, 10. Босс рум. He's not bossy, but he's the boss. Он не босс. Не боссик, говорит, он босс. Видали, какую я секретку нашел мощную? Что я открыл? Я открыл вот эти штуки?
Карточка? Кассета! Кассета! Воу! Мощно! Нашел секретку! Бах! Разорвал просто! Вот так вот. Так, 10 криминалов. Голубая карточка. Сейчас музыкальный конкурс будет. Зелененькая. Окей. Давай второй уровень сложности. Так, и что я выиграл? О, открытие двери я выиграл. Мощно. Смотри, без остановки. Просто ломлюсь вперед. Ни разу не затупил еще. Фух, так. Кассету можно? Ну, она, наверное, для телека кассета все-таки, да? Да. Это кассета для телека. Столько всяких разных дверок, которые хрен знает как открыть. Так, нас приглашают к зелененькому, к синенькому, погоди. То, что случилось с вами, один из трюков Стингера Флина. Он ушел в прогрессивный сектор, но у нас сейчас есть кое-что поважнее. Видите комнату Наб-Наба? Она открыта, значит, он внутри. Он на охоте. А в этом штате слишком опасно что-либо делать. Мы должны разобраться с ним. Повезло, у меня есть решение, но оно вам не понравится. Отправляйтесь в медицинский сектор, и мы поговорим там. Погоди, а если я еще раз спущусь вот сюда? Там, где гигантский был скафандр. Осьминога. Он свалил оттуда уже? Он свалил его, нет. Интересно, как он вышел отсюда? Так, а к синему я теперь не иду, я правильно понимаю? Он, скорее всего, просто убьет, написано. А если он убьет, откуда я начну? Открыть этой двери, наверное. Не, ну, а почему здесь какой-то черненький еще есть? Там ничего не видно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я понял, что это плохо уже, но плохо кончилось в любом случае. Не, я просто, я понял, что музыка заиграла, пора валить, но он уже все, он там на входе стоял. Он знал, где меня ловить. Засранец Фрёп все прочухал. Так, то пошли к медикам тогда. Раз нас зовут к медикам, пошли к медикам. Так, чтобы попасть к медикам, я здесь, а мне надо просто вперед. Поехали. Тюн-тюн-тюн-тюн-тюн-тюн-тюн. А что там снизу какие-то окна еще? Что это такое вообще? Вот здесь для дата-майнеров, наверное, для тех, кто хакает игры и летает, наверное, столько всяких плюх интересных. Полазить по тем окнам, посмотреть. Там для них наверняка сделано. Так, я в медицинском секторе, эта штука почему-то не доехала. Сбилась навигация, судя по всему. Бунтарское поведение случая 6 не изменилось даже после ознакомления со случаем 7. Поэтому руководство одобрило альтернативные методы для поощрения сотрудничества. Одним из таких методов было введение недавно модифицированного раствора гиваниум, разработанного для снижения функций самомышления в любом случае 2 типа 5, который отвечает за функции мозга. Этот недавно модифицированный раствор гиваниум больше никогда не будет применяться, и весь лишний материал будет заблокирован.
Под сильной седацией новый раствор был применен к системе Кейса. Вскоре после этого у субъекта 6 возникла мучительная боль в животе, которая была такой сильной, что он упал на колени, держась за живот. Прежде чем претерпел значительные физические изменения. Похоже, решение было настолько эффективным в ограничении самомышления, что сейчас шестой стал жертвой примитивных инстинктов, которых мы так отчаянно пытаемся избежать. Кейс не готов к презентации. Вот так вот, Кейс не готов, ребят. Па-ду-па-пу-пам. А мы с вами кассету не посмотрели, да? Но я думаю, мы еще туда вернемся. Ладно, давай, открывай. Что здесь у нас? Где мой самолет? Вертикоптер, вон он. В двери долбиться бессмысленно, да? Давай, бежим, бежим. Здесь есть какие-то доски. Я не знаю, могу ли я их вертолетом пробить, кстати. Вертолет, ты где? А почему он здесь оказался? О, господи. Чё так страшно-то? Живой? О, когда Натнаб сбежал, вскоре начали исчезать рабочие. Конечно, меры предосторожности и тренировки могут лишь немного помочь, поэтому нам пришлось придумать что-то там. Набналина была тем решением. У нас была теория, что Набнаб стал таким агрессивным из-за своего сородича. Так. Мы так и не смогли доказать эту теорию, так как катастрофа произошла во время операции. Вот тут-то вы вступаете в дело. Вы будете выполнять что-то там, процедуры, связанные с гиваниумом, очень деликатны, поэтому мне нужно, чтобы вы очень внимательно следили за этими инструкциями. Самое сложное уже сделано. Все, что вам нужно сделать, это смешать нужные растворы и ввести их ей около 6 раз. Автомат с символами капель. Вот где это делается. Когда придет время, на экране загорится символ нужной концентрации. Для простоты концентрации были представлены цветами. Смешайте и добейтесь нужной концентрации, затем наберите ее шприц и отдайте набналине. Ага. Автомат с цветными трубами переключится на неправильные цвета, и когда это произойдет, используйте данные щипцы, чтобы вернуть их в нормальное состояние. Зеленое. Кнопки на стене также иногда выходят из строя. Когда это произойдет, нажмите на те, которые светятся с помощью своего дрона. Так, избыток гиваниума, который вы можете найти в комнате, истощится, когда что-нибудь выйдет из строя или что-то там. Процедура прекращается, если любой из четырех полностью истощен, и то, что случится дальше, ни к чему хорошему не приведет. Только лучшие из нас выполняют процедуру гиваниума. Но у нас нет особого выбора. Удачи. Так, положили. Так, сделай красную. Взял красную. На тебе в мозг. Все зеленая кнопка. Так, экшен какой лютый. Снова красная. Так. Бахаем красную. Так. Очень странное, что же я делаю? А, их можно перекрутить.
А чё? Снова красная. Сегодня мой день. Прямо в мозг. Так, штуки поломались. Чё он не нажал-то? Снова красный. Мне везет или что заглючило? Говорит, нужного цвета сделай, Геванию. Кыль. Ну, я как этот... О, фиолетовая. Это красный и синий. Сегодня мой день. Есть фиолетовая. Бахнул. Все. Это было слишком просто. Так, нам дали дискету с файлом, со звуком. О. Смотри, подглядывай. А, это она уже встала и убежала? Фига ты быстрая. Чё такая прыткая, слышь? Ну-ка, давай попробуем ее бахнуть вертолетом. Сейчас я тебе в глаз. На. Хватай ее. Прикольно. Ну, по крайней мере, она не агрессивная. Уже хорошо. Так. И чё, куда, как? Возвращаться туда? Там, где был... Синий? Нап-нап. Надеюсь, это было не слишком трудно. Короче, возьмите аудиодиск, вернитесь в водный сектор и включите его на большом динамике в гостиной. Время для союза пауков. Воу-воу. Они будут делать... Паучат? Ха-ха-ха-ха! Ну давай вернемся. На-на-на-на-най. Та-та-ру-та-ру-та. Приехали. Ну что, сделаем как просят. Говорят, вставь дискету. Видимо, я сейчас... Там какая-то музыка проиграется. И вот это вот набналина... Скорее всего, как что-то сделает. Сейчас как приманится, наверное, смотри. Вон оно, вон оно, вон оно, вон оно. Смотри, ползет, ползет, ползет. Что такое? Эй, нап-нап, выходи. Вы куда? Наконец-то. Он перестал быть несчастным. Он язык выпустил. Я удивлен, что они оба изначально не были членами мутантов. Они бы точно подошли. Это что, зеленый? Ух, ё, нифига себе тряхнуло! Она что-то сделала с ним? Почему черная вернулась? А синий нет. Она его убила, по ходу дела, да? И заняла его место. Сейчас пойдем проверим мою догадку. Что это валяется?
Колпачок. Я не могу идти дальше, почему-то я застрял. В чем прикол? А! Ну, раз отлично так у нас все получается, предлагаю здесь небольшой перерыв сделать, потому что все-таки побольше немножко стала третья часть Банбана, мне кажется, чем вторая. Лайки ставь, в описании ссылочка на плейлист. Не только этой версии, но и второй, и первой части все есть. Обязательно пересмотреть, если вдруг не смотрели. Но пока. Пока.